Доброго вечера, страна! С вами Елена Овчинникова. Воскресенье подходит к концу. Мой день прошел сегодня супер-супер классно, просто супер здорово. В месте, которое я очень люблю. Вот там сидят мои девчонки, Лена и младшая моя дочка Танюшка. Они разговаривают. Я желаю вам добра, нежности, вот такой же, как эти красивые цветы. Уже осень, немножко моросит. Но на самом деле русские просторы – это что там? А это место, в котором я просто люблю быть, потому что есть места, в которых хорошо, независимо от присутствия или отсутствия каких-то материальных вещей, благ и так далее. Всех люблю. С вами была Елена Овчинникова. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.